Поиграем в Doom 2. Так, нужно найти оружие, чтобы сражаться с монстрами. А еще, чтобы не убили, введем код. IDDUD. Так, а, ну и на все оружие тогда. IDKFA. Вот и оружие сразу найдено. Наши привычки и привычки наших знакомых мешают нам очень сильно. Они привыкли вас видеть таким, какой вы есть. И вы постоянно пытаетесь таким быть. Физика и философия – это одно и то же. Прежде они писали философские измышления в своих трудах. Ньютон, Фарадей. А в дальнейшем уже доказывали математически. То же самое и с материализацией мыслей. Жизнь – это игра. И правила этой игры мы выбираем сами для себя. И в какую игру играть, тоже сами выбираем. И прекрасные алтари здесь в виде храма. Цветочков вот насобирал. Ароматизатор для автомобиля естественный. Вообще вкусно пахнут мылом каким-то. Флаг Таиланда. Желтый флаг, кажется, флаг короля Таиланда. Синий флаг, это, наверное, флаг королевы. Это заброшенный крематорий, где сжигали монахов. Даже трава на трубе уже выросла. Ну что, иди сюда, иди сюда. Съем тебя. В Бирме едят черных собак только. Вот и мы сейчас будем черную собаку есть. Убежала сразу, не хотела, чтобы ее съели. Отведаю. Первый раз за неделю в тайском, ямском, бирмском ресторане, где черных собак готовят. Закажу жареные креветки с чили и святых Василия и риса. Итак, заказ сделал, сейчас жду. Они могут, конечно, забыть обо мне, но ничего страшного. Все равно принесут. Здесь еще лягушек готовят, еще полосатых змей каких-то. И еще непонятно что. Вот, принесли. Здесь что-то острое. Здесь непонятно, суп какой-то. Морские, бульон из морских водорослей. Непонятно, я, наверное, не смогу это есть. Только рис буду есть. На все про все примерно вышло 150 рублей.
Еще.